В Северском районе состоялась 56-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Начальник финансового управления Галина Витковская выступила с информацией о внесении изменений в решение Совета о местном бюджете на 2019 год. Также депутаты обсудили вопросы, касающиеся недвижимого имущества и муниципальной собственности в районе. Неплохо мы заканчиваем год. Впереди еще один месяц работы. Естественно, уже через пару недель начнется предновогодняя суета. Год заканчивал мы неплохо. Практически все обязательства, которые были взяты в начале года, они уже исполнены. Говорю слова благодарности всем за совместную работу. Вы сами видите все, что делается на территории. В следующий раз депутаты муниципалитета встретятся на декабрьской сессии.